Кто на самолете, кто на вертолете. Ну, а кто-то поездом прибыл в этот край. Возводили люди город на болоте, чтобы каждый прибывший счастье повстречал. Когалым. Это город встречи таких удивительных судеб. Нас он учит любовь беречь, потому так и дорог людям. В нашей стране много городов, но таких городов, как Когалым, нет. Почему же наш город уникален и в нем хочется жить? В далеком 1980 году жителей города было всего 4500, а в 2020 нас уже более 66 тысяч человек. Кто-то в город приезжает, как говорят, за длинным рублем, а кто-то за сибирской романтикой. Сотни уезжают, но тысячи остаются. Все они здесь находят частичку своей родины. Как и в любой семье, центром внимания всегда остаются дети. Так и город заботится о своих маленьких жителях. В нем созданы все условия для рождения, воспитания и образования детей. Также необходимо отметить и культурно-просветительскую жизнь города. В нем есть уникальный музейно-выставочный центр, где представлена экспозиция площадью 700 квадратных метров, где проходят кружки и мастер-классы, а также всевозможные выставки. Молодежный центр метро и другие интересные организации. Особое место в жизни горожан с недавних пор занимает спортивно-культурный комплекс «Галактика». Это уникальное место для отдыха и развлечений, для занятия спортом и для встреч в нашем городе. Созданный здесь океанариум «Акватика» вошел в топ-10 крупнейших океанариумов мира. В нем представлены флора и фауна с различных уголков планеты. В комплексе есть кинотеатр, боулинг, фитнес-центр, скалодром, детские игровые парки, торговые зоны. Самый настоящий аквапарк с большим выбором аттракционов и по-настоящему прекрасный и величественный ботанический сад с экзотическими птицами. А вот совсем рядом от галактики стоит еще одно великолепие, еще одна гордость когалымчан – храм святой мученицы Татьяны. Золотой пятиярусный иконостас, трехцветный мрамор из Египта, Италии и Иерусалима, многочисленные росписи на стенах и сводах. А через полгода после освящения этого уникального духовного храма в Когалыме открылся храм культуры, филиал Государственного академического малого театра России. На оборудованной по последнему слову технике сцене можно поставить практически любой спектакль, было бы кому выступить. Многие жители нашей страны, узнавшие о том, что к нам в Когалым приезжают с гастролями артисты малого театра, не могут в это поверить, что такое возможно где-то в небольшом городе в Западной Сибири. А я верю, что и это не предел. Мы развиваемся, растем, расширяемся, движемся к успеху и процветанию семимильными шагами. Когалым – город небольшой. Здесь всегда можно найти время для того, чтобы встретиться с родными и близкими людьми. А множество парков, памятников и красивых зданий дарит удовольствие от любой прогулки, даже в непогоду. Многие жители города увлекаются рыбалкой, охотой, собирают летом ягоды и грибы, отдыхают на природе. И это неудивительно. Наша природа уникальна, и до нее подать рукой. Да, зима холодная и лето короткое. Но мы любим свой город.